Чтоб первый раз, что ли? Я знаю. Или ты делаешь вот так, вот сюда. Еще раз. Поднялся, раз, оп, вот сюда. Давай. А ты чуть ноги пошире, кинь поганые. Так. Хорошо. Георгия. Все, отдыхаешь. Мы вдвоем встали. Что тебе приснилось? Чувствую, что тебе уже этот, как оно, шум в ушах приснился. Все, мы вдвоем в субботу. Да. Завтра во сколько? Я А у тебя вообще уроков нет, ты пропущишь, да? Значит, 6 часов утра. Завтра тренировка? Ой, сегодня? Да. Так, все, я тебя отпускаю. Хочешь еще? Можно еще показать? Надо зачтиться, когда в ноги вылезают. С кем? А делать тренировку? Вы сразу? Да, он будет. Я говорил с Дарином, у него претестерил. Нафиг с ним говорить? Он что, позвонить не может? Что, зайти не может? Так он не сказал, что я бы сказал вам. Я ему сказал, зачем я делаю. Мешок, блин. Он как будто умер, блин. Так разве делают? Вискун тренируется? Не знаю, они сказали, что ходит с этими, с младшими. С кем? Первый друг. Да, потом, да, блин.
Нет, просто мы 12 часов не открыты, чтобы попытаться. Нет, значит, Илюш. Да. Здесь не кушаем. Все, вы готовы? В борьбе? Да. Да. Будете бороться? Есть силы? Да, да. Борьба без правил. Борьба без правил. Когда этот взять надо мат один, поставить сюда? Да, йоги. Нет. Георгий, вот тот мат поставь он туда, пожалуйста. И чучело уберешь. Сейчас Даник там крю-крю сделает. Сегодня идете, Александр Иванович? Нет? Нет, да? Ну тогда я вам дам три складки, и уже остальное договориться, да? Топ-топ-топ. Назад. Наталья. Я на поле. А ищи. И чучело, пожалуйста, Георгий. Да. Прикрой. Так. До ипона? Да. Или 4 минуты, как под дзюдо? Так если 4, за 4 минуты делаем ипон, то все? Да. Нет. Или 4 минуты полностью боретесь, или просто до ипона? Да, 4 минуты. Нет, до ипона. До ипона много. А если долго будем бороться? Нет. Три схватки и... Три схватки, а нет, Golden Score. А я там буду накручивать сразу. Он подвернулся хорошо, ты ничего не сделал. Значит, шида. Но все, Хаджирин. Стоп. Так, эту я камеру уберу.